будет первым всегда и везде. Пробил час, долгожданный серебряный час. Мы ушли по высокой весенней воде. Обещанием помните ждать, заручась. Я, конечно, вернусь. Строка из известной песни Владимира Высоцкого легла в название фотовыставки, открывшейся в Ленинском мемориале. Мероприятие посвятили Дню памяти выдающегося советского поэта, прозаика и актера. Владимир Высоцкий был и остается легендой своего времени. О его личной жизни, слабостях и страстях, казалось бы, известно все. Однако посетители увидят коллекцию редких фотографий, запечатлевших эпизоды его жизни и творческого пути. В день открытия для участников выступил особый гость, руководитель клуба «Сплав», путешественник и бард Станислав Кушманцев. Для него произведения Владимира Высоцкого были и остаются неисчерпаемым источником вдохновения. В 86 году, значит, мой товарищ привез кассету записи, где он с инструменталкой поет вот такие уже, так, более проникновенные, на мой взгляд, песни, там, значит, о морях, штормах, капитанах, там, значит, как становятся там людьми и так далее, охота на волков и прочие баллады. Вот, вот это меня зацепило сильно и здорово, и это как-то на тот момент дало мне такой сильный толчок. Кроме фотографий, в кинозале мемориала прошел показ документальных кадров о жизни Владимира Высоцкого и музыкальное представление. Юлия Дегтярева, Павел Макаров, новости «Ульяновской правды».